Конкурс в Берлине заканчивается. С какими впечатлениями вы заканчиваете конкурс? То, что мы активно и оказались вообще на этом конкурсе. И здесь я заканчиваю конкурс всегда. Любой конкурс позитивные эмоции. И надо начать это счастье. Так получилось, что вы открывали первую часть, вы открывали вторую. Насколько сложно открывать конкурсы? Участвовали на таких конкурсах, как «Голос». Вот опыт все-таки таких выступлений на таком формате телевизионном, он дает о себе знать на таких конкурсах? Повторите вопрос. Вы уже участвовали в детском «Голосе». Вот насколько вот важен опыт в таких шоу, когда вы участвуете в таких конкурсах? Вот работа на камеру, на зрителя, потом всегда, вот после «Голоса» у меня больше появилось уверенности. Сергей, у вас такие, в принципе, песни такие зажигающие, быстрые? Да, потому что, я люблю петь зажигательные песни, потому что весь зал тебе аплодирует, и весь зал может встать и танцевать вместе с тобой, и поддерживать. У вас я тоже была быстрая песня, в принципе. Ну да, One Way, быстрая песня. Просто это мировой хит, и я думала, что это песня, которая есть у всех в голове, и важно вспомнить, да, песню, которую мы слышали. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо, Антон.